Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi 13 Pro, и сейчас я покажу вам, как настроить дату и время на данном устройстве. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Расширенные настройки». Здесь мы выбираем дату и время, далее отключаем «Настраивать время автоматически», выбираем дату вручную, выбрав день, месяц и год, и также выбираем время, выбрав часы и минуты. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.